Боже, коровка улетелся. Вот это сама поймали, боже мой, какой огромный. О, башка. Да, сюда вытаскивай, с этой стороны. Вот, за губу возьми, за губу. Да ну нахер, вот губу. Я ничего не буду. Андрюх, бери за рот. За жабру не бери. За губу, за губу. За губу, за нижнюю. Только за нижнюю. Вот это да. Так, я с другой стороны отойду. Сейчас сниму. По самому телефону упал, Андрюха. Это мой валяется. Сигарета, а я его искал. Вы сколько рассуды весит? Ну, где 30. Не, на Москве или здесь. А как же вы его... Ой, Саш, привет! Блин, ну ты чего? Я тебя даже не узнала. Ну вот. Ты чего? А как ты его вытащил? Ну как, так его вытащил. Как? На что? На какую? На удочку. На удочку такого можно? Монстр такого вытащить. А что нельзя-то? Боже мой, какой это огромный. Что? Это как этот, как дельфин. Он как дельфин. Нет, как... А сколько он килограмм весит примерно? 25. Я заеду, шашлык-то. И что ты с ним будешь делать? Ой. Даже побольше, не так не помню. Применение ты знаешь. Найдем. Вот это да. Да ты что, серьезно? Как ты его вытащил? Я вообще не знаю, как такого монстра огромного можно... Когда он уже брюхом перевернулся. Перевернулся, он уже все. Все. Его можно спокойно брать и все. Он уже... Когда в лодку кладешь, он уже не дрыгается. А, на голову. А как его потом тащить с этим? Вот именно. Во-во, я так. На, вот что ты. Что, зубы колются? Ну, ну там щетина. А, как щетка, я вижу. Вот я его, видишь, потирать, вот на это место проткнул. Вот, бля, еще сжимает собак. Вот такой вот гигантский, смотрите. Вот это все. Ух ты! Не, а я-то не хочу. А мы? Раз приехали, блядь. Не, ну, белый мешок такой. Вот такой вот сумик. Ух, тряпку заглотил. Заглотил, ну и нафиг, потом вытащишь его. Самые прилетят. Огромный, он скользкий. Это огромный раз, здесь не огромный. Ну, здесь, может быть, это нормально.